Всем привет, меня зовут Анатолий Ясинский, и в сегодняшнем классе будем продолжать тему культуры, будем разбирать особенности культурного кода России. Я возьму довольно жесткий подход, такой научный, который отличается от того, что делал до этого, потому что до этого мы разбирали с вами взгляд такой организации, как World Value Survey, вот, который занимается изучением ценностей в мире, вот, а также взгляд Александра Самойловича Лахезера, плюс еще Владимира Лефевра, были взгляды у нас на нашу вот особенность нашей страны. Вот. Сегодня у меня будет взгляд более, может быть, жесткий, вот, но при этом он очень интересный, потому что он связывает наши коды культурные с такими понятиями, как гностицизм, манихейство, такие понятия, как эсхатологический комплекс. Вот, то есть, и я считаю, что довольно глубоко дает довольно глубокий такой анализ наших особенностей, нашей культуры. Вот, и в чем мы живем. Вот, эта история совсем отнюдь не про балерины, не про фарфоровые статуэтки в серванте. Это история про то, как найти, наверное, мир нам в душе своей и какие пути для этого есть. В общем, ну и посмотреть на то, какие мы за это время сделали, так сказать, прошли путь и как мы, какие ошибки мы сделали, какие трудности встретились на нашем пути. Вот. Но сейчас я надеюсь, что мы сможем найти какое-то решение более человечное. Очень хочется, чтобы это сделал. Я думаю, что вот мой теперешний класс – это, в общем, небольшой вклад в это общее дело. Надеюсь, что он нам поможет всем. Вот. Спасибо большое. И давайте посмотрим то, что я подготовил для вас.